ваше святейшество, высокие представители государства, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я сердечно поздравляю вас с открытием Дней славянской письменности и культуры на этом историческом месте российской столицы, у подножия Кремля, на фоне Покровского храма Василия Блаженного. Даже взирая на то, что нас окружает, мы сознаем, что есть что-то общее, единое, принципиально важное, что было положено в основу создания и государства нашего, и всего славянского мира. История знает, что многие цивилизации, культуры и государства создавались в результате войн, конфликтов, борьбы и столкновений. Удивительным образом, в самом начале нашего исторического бытия было нечто совсем другое. Два брата ученых-мужа из Византии прибыли в славянские страны, принесли им азбуку, литературный язык и переведенный на этот славянский, родной для людей язык, текст Слова Божьего. И с этого момента начался рост духовной культуры и национального самосознания славян. Именно с этого момента началось обращение к православию Святой Руси, ибо первыми миссионерами, пришедшими на территорию исторической Руси, исторической России, в Крым, был святой Кирилл, который вместе с другими миссионерами из Византии проповедовал там Слово Божие. И затем вокруг этого творческого действия стала формироваться наша национальная культура. И на ее основе выросла всемирно известная литература. Сформировался русский язык. Язык межнационального общения многих народов, культурно и духовно принадлежащих к русскому миру. В основе нашего исторического бытия ни война, ни конфликт, ни меч, но духовная культура. И мы должны всегда об этом помнить. Как мы должны помнить и о том, почему мы собираемся в центре Москвы на фоне кремлевских соборов и храма Василия Блаженного. Все вместе обращает нас взор к этим великим истокам нашего национального бытия. Если мы будем все это помнить, если великая духовная традиция будет жить в нашем народе, будет существовать и сам народ. Что очень актуально тогда, когда мир вступает в эпоху глобализации. Остаться самими собой мы сможем только тогда, когда сохраним свою культуру, язык и веру. Я рад сказать вам, что сегодня на этом празднике вместе с нами патриарх Константинопольский Варфоломей, который прибыл к нам с берегов Босфора, из того самого города, из которого пришли Кирилл и Мефодий в славянские страны. И замечательно, что это первое торжественное празднование дней славянской письменности и культуры в Москве, как центре всенародного празднования, связанной и с его визитом, который как бы сопрягает историю, соединяет времена. Действительно, в единстве традиции сила людей, сила их духа. Я всем вам желаю этой силы. Я молюсь об исторической Руси, о ее единстве. Я молюсь о процветании России,
дабы по благословению Божию мирно, спокойно и успешно созидалась жизнь нашего многонационального Отечества. С праздником всех вас, мои дорогие! Ваше Святейшество, Святейший Патриарх Московский всея Руси, Симферополь. Мы так и начали Божьим делом, совершением Божественной Литургии сегодня утром в Храме Христа Спасителя, которая врискомется с автото мегалиодес теама броста. И сейчас мы видим это величественное зрелище перед нами. Για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα των γραμμάτων και του σλαβικού πολιτισμού. Πράσινη. Τότε η μητέρα σας Εκκλησία σας έστειλε τους Ισαποστόλους και Ιεραποστόλους, Κύριλλον και Μεθόδιον, τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα. Тогда церковь Константинополя направила вам равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Σήμερα η Κωνσταντινούπολης με τον Πατριάρχη της και με την Συνοδεία του σας στέλνει τα συγχαρητήρια, την αναγνώριση και την ευαρέσκειά της και την ευλογία της. А сегодня Константинопольская церковь в лице Патриарха Константинопольского и его сопровождения посылает вам благословение и благоволение. Ο Θεός να σκέπει και να προστατεύει την Ρωσία, την Εκκλησία της και τον λαό της. Бог сохранит и покроет Россию, ее народ. Να είστε πάντοτε κάτω από την σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου. Пребывайте всегда под покровом Пресвятой Богородицы. Και οι αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος να πρεσβεύουν πάντοτε υπέρ ημών. И братья святые Кирилл и Мефодий пусть всегда молятся о нас. Συγχαρητήρια, χρόνια πολλά. Поздравляю, много лет. На многое лето.